Поздравляю Югославского друга с победой в международном географическом конкурсе. Встретимся на синей птице. Узнаешь меня по красной гвоздике в петлице. Ральф Барни. Капитан, держи курс сюда. Читал морской вестник. Тебе доверен очень высокий пост. Какой еще там пост? Плавучий детский сад. Будешь катать детишек на своем корабле? Ну, прокачивай, что же. Нет, ничего. Удивляюсь, волк в шкуре морской овечки среди плавучего детского сада.
Итак, мы на борту «Синей птицы». Международное географическое общество предоставило этот прекрасный корабль юным победителям географической анкеты конкурса «За мир и взаимопонимание». Они съехали со всех концов Земли, чтобы совершить увлекательное путешествие по Адриатике. А вот я вижу капитана корабля, он весело улыбается нам. Господин капитан, расскажите, пожалуйста, о предстоящем рейсе. Какого дьявола? Это еще что за зверинец? Я попрошу вас, выбирайте выражение, господин капитан. Простите, если не ошибаюсь, миссис Рипс? Совершенно верно. Прошу вас, несколько слов. Общество, покровителей животных, доверило мне сопровождать детей в этом путешествии, чтобы воспитать в них любовь к беззащитным крошкам. Есть люди, которые не любят животных, им не место в цивилизованном обществе. А собакам не место на моем корабле. Как видите, взаимопонимание приходит не сразу. Месье Вилар, прошу вас, несколько слов. Месье Вилар, врач, специалист по детским болезням. Я надеюсь, что мои скромные знания не понадобятся. Благодарю вас. Джим Исаевич, я не ошибся. Это я. Два слова, пресса, прошу. Ваши обязанности в этом путешествии. Я педагог, но в этом путешествии мои обязанности входят песни, танцы, хорошее настроение. Оп. Я вижу первого юного пассажира. Вот он поднимается по трапу. Ваше имя, фамилия, страна? Ральф Барни, Соединенные Штаты Америки. Как, уже? Ну что? Ула Нильсон, Швеция. Благодарю вас. Киото Таймара, Япония. Благодарю. Тампико Сэмура, Япония. Алек Мельпатрик, Великобритания. Спасибо, весьма признателен. Таня Ивлева, Советский Союз. Спасибо большое. Томас Гарой, Сенегал. Благодарю вас. Махраба, Индия. Спасибо. Милан Петрович, Югославия. Встали, встали, мальчик, сюда. А ты, девочки, девочки, вот сюда, сюда, сюда. Веселее, веселее, улыбается, улыбается, улыбается. Вот так, молодцы. Анна Дюбур, Франция. Спасибо. Ирина Щепникова, Чехословакия. Спасибо. Абдуллах Мехмед, Египет. Сильвана Фальконетти, Италия. Пабло Гонзалес, Добро Расселана, Дельмонто, Бразилия. Идем, Пабло Гонзалес. Поднять трап! Капитан! Черт, медуза тебе в глотку. Что? Прошу простить, я думал, что это мой боцман, у вас очень похожи голоса. Мы отъезжаем. Отходим, с вашего разрешения. Но еще нет Ларимура. Это еще что такое? Ничто, а кто? Мой спутник. Вы должны задержать отплытие. Корабль отойдет в точно намеченное время. Вот он! Скорее, Ларимур! Скорее! Отходим, капитан. Подожди немного. Thank you.
Я Ларри Мур. Ты все это будешь читать? Уже прочел. А это кто? Да ты откуда свалился? Я из Бразилии. Какие-нибудь неприятности? Не суй свой нос куда не следует. Ты что? Ну-ну. Что это у тебя? Щучьи Гейгера. А ты всегда носишь эту штуку с собой? Да, только не надо над этим смеяться. Ну что ты, я и не думаю. Идете в салон обедать. А я уже... Ральф Барни! Милан! Я... Милан! Ральф! Идем! Идем! Ну вот мы и встретились. Сколько мы с тобой знакомы в эфире? 2 года. А я думал, что ты старше. И такой, знаешь... Какой? Ну, американский. Высокий, широкий. Высокий, широкий. Это, может, через Гудзон. Высокий. Ну, ладно, ладно. Одурачили нас цветочками-то, а? Да, но ведь это случайность. Слушай, а вдруг перехватили нашу передачу, а? Зачем? Ты читал книжку «Пират эфира»? Нет. Много потерял. Парни-радисты перехватывают секретные сообщения, mm-hmm. расшифровывают их и продают за кругленькую сумму. Детские сказки. Сказки. Великолепный бизнес. Бизнесмен? А, идем в салон. Выше голову, Чарли. Умница. Упала. Мальчики, дайте ему что-нибудь ласково. У меня руки в краске. Ты что ей дал? Самое вкусное, жевательную резинку. Ты не любишь животных. Это ужасно. Доктор, месье Вилан!
вашим услугам, мадам. Моя собака проглотила резинку. О, это не страшно, мадам. Вы уверены? Вполне. О, благодарю вас. Вам нравится портрет моего Чарли? Очень своеобразная манера живописи. Вы извините, что я вмешиваюсь, но это не живопись. Ах, вот как? А вы кто? Рубенс? Рембрандт, если вам что-нибудь говорят эти имена? Если бы кто-нибудь представил меня, я бы попробовал ответить на этот вопрос. Ну, очкарик, скажи нам, как тебя зовут? Александр Мильпатрик, регби-колледж, Великобритания. А теперь я попробую ответить на ваш вопрос. Рембрандт Ван Рейн, голландский художник. Жил с 1606 по 1669 год. А Питер Пол Рубенс, фламандский живописец, жил с 1577 по 1640 год. Недурно. Откуда такие знания? Людей всегда больше поражает знание, чем невежество. Где? Все равно это великолепно. Как это все у вас хорошо получается? Разрешите, мадам? Удобнее всего начинать с одного шарика. Раз. Прошу вас. Благодарю. Оказывается, не так просто. Немножко навыка, как, впрочем, в каждом деле. Вы разрешите мне оставить этот шарик у себя? Хочу попробовать. Пожалуйста. Благодарю. Желаю удачи. Тут что-то нечисто. Этот тип в черных очках мне не нравится. Месье Вилар? Да. Почему? Интуиция. За ним надо последить. Супермен, а? Ребята, обедать. Капитан обедает у себя. Разрешите? Опаздывать к обеду не рекомендуется.
Будьте добры придерживаться правил. Я кормила своих крошек. Неужели вы могли подумать, что я смогу сесть за стол раньше, чем они будут сыты? Рад за них. Прошу. Это мое постоянное место? Вас это не устраивает? Я в него ныряю. Ура! Что с тобой, а? Ничего. А как твои успехи? Преступник обнаружен? Смеешься? А между прочим, этот доктор заперся в своей каюте. И не выходит оттуда. И что-то он там гремит. Гремит? Гремит. Не веришь? Оно и не надо. Интересная книга. Очень. Это мой любимый писатель Грин. Англичанин? Нет, русский. Александр Грин. А ты любишь море? Я родился на море. Тогда тебе понравится. Хочешь, прочту немного? Прочти. Только сначала я расскажу, что было раньше. Одного человека, его звали Гай. Контрабандисты ссадили со шхуны в открытое море, на шлюпке. Без еды, без питья, он был обречен на медленную смерть. И вдруг с борта шхуны в лодку спустилась прекрасная незнакомая женщина. До этого никто не видел ее на шхуне. Дэйми, Дэйми. Тебя не скроешься. Интуиция. Доктор опять заперся в своей каюте и чем-то гремит. И ключ изнутри. Да, да. Thank you.
Что ты на меня так смотришь? Откуда у тебя эта фотография? Мне подарили. Кто? Здесь написано. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Раз. Кажется, ты был прав. Три, четыре. Паркер какой-то странный. Три, четыре. Раз. Совсем не похож на француза. Три, четыре. Я же тебе говорил. У меня интуиция. Куда, куда, куда? Чарли, это не наша каюта. Войдите. Как мои успехи? Вы знаете, вполне. Я пытался проделать это с тарелками, но увы. Ну что? Говорят, о каких-то тарелках. А может, это не простые тарелки, а летающие. Знаешь, у нас одно время было. Пожалуйста. У вас здесь настоящий цирк. О, тяжеловато. А что вы тут делаете? А твое какое дело? Таня, я тебе сейчас все объясню. Этого следовало ожидать. Что вы хотите сказать? То, что сказано. Сначала вы дарите свои фотографии, а потом назначаете свидание в каюте. Позор. Какие фотографии? Это неправда. Ах, прости. Она оказалась в каюте вашего героя святым духом, да еще с такой трогательной надписью. Таня! 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 Эх ты! Тебе рассказал. Мне об этом говорил отец. Моя бабушка тоже была в Хиросиме. Но не хочет говорить, плачет. У нас все носят такие счетчики. Даже маленькие дети. И только тень вот так. Как будто человек ушел, а тень осталась. Шефа не видела? Кого? Милна. Нет, и не хочу видеть. Чайки за корой, верни кораблю. Трудно в первый раз сказать, не люблю. Так любовь нелегка. Так любовь нелегка. Yeah.
еще не волна, что придет, погоди. Первая любовь светла и грустна, что там ждет впереди. Море позовет и не пропоет свой любимый мотив. Первая любовь идет и уйдет, как прилив и отлив. Что-то вас не видно последнее время на палубе, доктор. Может, вам не здоровится? Видите ли, я сейчас занят опытами, которые требуют особых условий. А что с миссис Рипс? Ее опять нет за столом. Она здорова? Если не считать булавы, виноват. Головы, я хотел сказать. Прошу вас. Благодарю. Я подожду. Почему? Есть же свободное место. Вы, кажется, решили испытывать мое терпение, поручик. Не понял. Мы отлично понимаем друг друга. Не понимаю. Может быть, вы согласитесь поменяться со мною местами? Позор! Долой! Вон с корабля! Пусть убирается! Вы слышали требования пассажиров, миссис Рипс? Вы не имеете права. На каком основании? Разрешение, господин поручик. Да. В морских инструкциях сказано, каждый, недовольный режимом на корабле, имеет право высадиться в ближайшем порту. Мы требуем применения этого пункта для миссис Рипс. Правильно! Вон с корабля! Высадить ее! Пускай отрезает! Вы слышали, миссис Рипс? Вы забываете, что для этого нужно и мое согласие. А я его не дам. Оно мне не понадобится. Я вас высажу как тяжело больную. Чем, позвольте узнать? У вас не все в порядке с головой.
Я привлеку вас к суду за оскорбление. Когда ближайший порт? Завтра. До завтра. Что-то я проголодался. Принеси-ка мне что-нибудь поесть. Что вы наделали? Что вы наделали? Ну, неужели нельзя было сдержаться? Довольно об этом. Давайте думать, как действовать дальше. Попробуйте уладить этот конфликт. Каким образом? Сошлитесь на нервы. Ну, попросите извинения, в конце концов. Бесполезно. Вы же слышали, они как с цепи сорвались. Придется сойти. А вы одни доведете дело до конца. Нет, миссис Рипс, нет, нет! Тихо! Боитесь? За мной следят. Глупости. Мне удалось посмотреть судовые документы. Вилар врач? Документы у него могут быть любые. Вы это знаете лучше меня. Я не хочу оставаться один на корабле. Не хочу! Как вы могли так неосторожно поступить? Прекратите ныть! Откуда я могла знать, что они поднимут шум из-за какого-то негра? Томас, открой! Томас! Если меня проверят таможенники. Пассажиры шхуны не подлежат осмотру. Это необычный рейс. На это и рассчитывали. Тише, Чарли! Идите, Лоремур. Я прошу вас, будьте осторожны. Получите все перед высадкой. Ты не будешь меня ругать? За что? Понимаешь, я... Не тяни. Я рассказал бразильцу про доктора. Ты не думай, он дал клятву. Теперь будем следить вместе. Доктор тут ни при чем. Как это ни при чем? В каюте запирается, ведет себя странно. Надо следить за Лоремуром. За Лоремуром? Да. Да-да.
этому амфитеатру около 2000 лет. Его начали строить в 1 веке при императоре Августе. Здесь помещалось 23 тысячи зрителей. А что здесь показывали? А ты читала Спартака? Спартак? Это что-то вроде Тарзана? Нет, это римский гладиатор. На этой арене они бились за жизнь. А сидящая в ложе прекрасная римлянка просто так, ради каприза, поднимала большой палец вверх, даря жизнь побежденному, или опускала вниз, обрекая его на смерть. А что сейчас здесь бывает? Концерты, кинофестивали, но в основном это исторический памятник. Опять заперся. Что же делать? Ну, что вы волнуетесь? Я нигде не могу их найти. И на обеде их не было. А, это уже серьезно. Да, но я не Шерлок Холмс. Мне не до шуток, капитан. Да-да. Вот они. Пожалуйста. Ну, где вы были? Вот что, уважаемые, если в следующий раз вам захочется играть в прятки, пожалуйста, сообщайте об этом. Ну, а сейчас что вам угодно? У нас к вам просьба. Нам бы хотелось обменяться каютами. С кем? С каюты номер 3, то есть с пассажирами каюты номер 3. Боже мой, а я думала, что вам удобно. Нам удобно, но понимаете... Каюта номер 3 еще удобнее. Угу. А может быть, вам мешает солнце? Совершенно верно. Нам мешает солнце. Понимаете, в каюте номер 3 оно бывает до обеда. А нас-то больше устраивает. Да. Ну, а если корабль изменит направление, что же мы с вами будем делать? Ну, пожалуйста. Нам очень хочется попасть в ту каюту. Рядом с девочками. Капитан. С какими девочками? Рядом с Ларимуром. Извините. Какой красивый остров. Да. Там живут рыбаки. А я родилась на таком же острове. Вы? Да. Мой отец был рыбак. И часто брал меня с собой в море, когда я была еще совсем маленькой. Вот бы побывать там. Налево курс 220. Мы идем к острову? Да, мне нужно принять запас прежней воды. Собираетесь на берег? Не знаю. Пожалуй, нет. А вы? Я останусь здесь. Не спускай глаз Ларимура. Окей. Много песен знает море мое, много песен помнят горы мои, много песен синий ветер поет в моем костре. В костре, у наших лияк гитары, гитары над морем звенят,
И если весня, весня получается, то море, море, море улыбается. В Кострино поедем с тобой, там песни слагает любой. Песня, песня, песня получается, и море, море, море улыбается. В Кострино поедем с тобой, там песни слагает любой. Песня живет сна и всегда готова полететь во все края. Идем. Гитары, гитары над морем звенят. Песня, песня, песня получается, и море, море, море улыбается. Кострынов, Кострынов, поедем с тобой, на песни слагает любой. Песня живет снова и всегда готова полететь во все края. Один. Игрушки у меня. Жду на шхуне. На шхуне? Что же он передавал? Я не понял. Остался один. Какие-то игрушки. Мне говорил отец, что игрушками партизан называли оружие. Заперся в своей каюте и не выходит. Кто остался внизу? Пабло, он меня сменил. Это с Миланом. Так я тебе и сказал. Ха, наверное, и говорить нечего. Нечего? Да была бы ты не девчонка. Ну и что тогда? Ничего. Тебе скажут, сразу в обморок упадешь от страха. Я в обморок? Держи. Назад! Упадешь! Ушедшая девчонка. Самое страшное, она не сможет оттуда спуститься. Ах. Не бойся, девочка! Спускайся!
Ну что же делать? Парус, быстро! Парус, быстро! Быстро, парус! Скажи ей, что она молодец. Если ты или кто-нибудь из вас в следующий раз сделает нечто подобное, высажу на берег. Это сделать. Милан просил передать, что ты молодец. Правда? Угу. Тогда передай им, что я прошу его прощения. За что? Ну, скажи так. Пожалуйста. Она говорит, что просит тебя прощения. А она сказала тебе, за что просит прощения? Нет. А за что, а? Много хочешь знать? Ну ладно, не дуйся. Скажи Пабло, чтобы после ужина вышел на палубу. Есть дело. Знаешь, скажи и Тане, что пришла. Ты хочешь сказать ей, девчонке? А ну лезь. Куда? На мачту. Ну, что стоишь? Ладно. Лучше скажу, что приходила. Что же он все-таки везет? Что-что? Тебе сказали, что оружие. Может быть, сказать капитану? Но мы должны в этом убедиться. Ну, я полез. Давай. Выигрываю пари. Какой еще пари? Что не побоюсь ночью выйти на палубу. Я тебе покажу пари. Ну-ка, быстро вниз. Благополучным прибытием. Спасибо. Ты что, тоже выигрываешь пари? Да. И корабль, черт знает, что такое, какой ты горный клуб. Один ночью бродит по палубе, другая лезет на мачту, а третий за борт. Ну что у вас там еще в запасе? Вы что, языки проглотили? Больше ничего. Что-то не верится. Зачем я согласился на это плавание медуза мне в глотку? А ну, марш, пока я тут, глаза вас больше здесь не видел. Это наше дело. А я бы не вмешивался. Наше путешествие организовано географическим обществом.
а не Организация Объединенных Наций. Мы здесь не для того, чтобы заниматься политикой. А если он везет оружие? Неужели тебе все равно, в чьи руки оно попадет? Это не наше дело. Это дело взрослых. Во время войны такие, как мы, дрались с фашистами. И если бы все говорили «не наше дело», ты бы не был на этой шхуне. Что ты предлагаешь? Обыскать его каюту. Но он вооружен. Хм. А знаешь, что сказал один мудрый ягославский писатель? Петр Петрович Негаш. Храбрый умирает один раз, а трус — 100. Я не трус. Я этого не вижу. Хорошо, я согласен. Но как ты проникнешь в каюту? Он же не выходит оттуда. Надо подумать. Я знаю. Это надо сделать во время концерта. Какого концерта? Скоро морской праздник. Будет концерт. Лэри Мур должен выступить с номером. А в это время... Правильно, Таня! Но только никому ни слова. Мы ему устроим праздник. Расходиться осторожней. Это тебе. Мне? Спасибо. Мне надо с тобой поговорить. О чем? Я все понимаю и поздравляю. Но что касается вашей затеи с Лэри Муром, я все-таки считаю, что вы не правы. Увидим. Ну я пошел. А если он вас застанет? А вот. Ну что? Пока ничего. Не может быть.
Что вы смотрите? Это краски. Нашли? Нет. Пойду к капитану. Я все это придумал, мне опять. Но неужели ничего нет? Ничего. А это что такое? Краски. Это не краски. Кто-нибудь нюхал этот порошок? Пробовал на язык? Нет. А что это такое? Страшный наркотик. Попросите ко мне капитана в каюту. Быстро! Что вы наделали? Он прыгнул в лодку. Уйдет. Идем скорее. Идем. Господин капитан, Ларимор сбежал. Ральф и Вилам погнали за ним в лодке. Иду за мной в город.
Все будет хорошо. Идите, друзья, отдыхайте. Мне нужно с вами поговорить. Отвечайте, Лэймор. Кому и где вы должны передать этот груз? Отвечайте! Я должен связаться с ним по рации. Когда? Через 10 минут. Попросите сюда радиста. Слушаюсь. Я же говорил, не надо было вмешиваться. Вот что из этого получилось. А тебе все равно, что твоих ровесников отравляют наркотиками. С этим борется полиция. А все-таки существует международная организация контрабандистов. А надо, чтобы все боролись с этим. Все люди. Надо написать об этом. Да это наивно. Кому писать? Куда? Во все газеты мира. В Организации Объединенных Наций. Ого. А что? Смотри, сколько нас здесь. Весь мир. Правильно. Правильно. Все это бесполезно. Почему? Потому что мы и пишем, и говорим, и кричим. А вот, я до сих пор ношу его с собой. А я не хочу носить этот счетчик. Страх — это тоже наркотик. Ну и все равно, молчать нельзя. Пиши, Таня. Мы пассажиры синей птицы. Тебе и детский сад. Какие мы здесь? Молодцы, медузы. Мы представители всех стран, обращаемся к вам. Вас тут никого не выпускайте. Ко всем народам и правительствам. Передавайте. Жду на шхуне. Стоим на рейде. Груз у меня. Каюта номер 4. Опасности нет. И не вздумайте ничего добавлять, Лоримур. Ваша жизнь в ваших руках. Нет-нет, вот здесь. Тут для Ральфа. Подписывай. Я не буду подписывать. Почему? Мне папа велел никогда ничего не подписывать. Да ты что? Подписывай! Помнишь, у тебя нет. Руки! А в чем дело?